Знаете, как бы вам трудно и плохо сейчас не было, какие бы жизненные неурядицы вы ни попали. Тем не менее, я хочу сказать вам вот что, не запускайте себя, срочно приведите себя в порядок. Какой смысл это имеет сейчас, в такое время, скажете вы, сейчас совсем не важно, как выглядеть, главное выбраться из той ямы, куда засосала судьба, злодейка. А уж потом, когда встану на ноги, вот и буду в костюмчиках щеголять. Не, скажу я вам, именно сейчас, если вам нужны деньги, если вы ждете признания и уважения, именно сейчас, когда вам как никогда нужна помощь, вот именно сейчас очень важно выглядеть с иголочки. И я вам скажу сейчас почему. Как бы прискорбно это ни звучало, но такова уж наша действительность. Если вы выглядите как нищий оборванец, если неряшливо одеты, не бриты и от вас плохо пахнет, у вас в 1000 раз меньше шансов получить от других помощи и внимания. Может и кинут пару монеток, но и все потом постараются быстрее удалиться от вас, чтобы не иметь с вами ничего общего. Вот вам яркий тому пример. Известный детский фонд решил устроить социальный эксперимент, чтобы узнать, какая реакция будет у людей на одну и ту же девочку. Разница лишь в том, что в одном случае она была одета чисто и богато, а во втором – очень бедно. Богатой девочке люди всячески пытались помочь. Они думали, что она из состоятельной семьи и просто потерялась. Бедную девочку люди просто не замечали или делали вид, что не замечают, просто проходили мимо. Отмахивались, думали, что она бездомная и всячески игнорировали. Девочка заходила в кафе и там была та же реакция, нарядную девочку сочувственно выслушивали. От оборванки, прятали сумки и кошельки и отворачивались, попросту отгоняли. Дошло до того, что бедная девочка расплакалась от обиды, хотя прекрасно знала, что это просто эксперимент. Как вам такая история? Только не говорите, что именно вы поступили бы по-другому, в человеческих головах заложен инстинкт настороженно относиться к бедным и быть благосклонными к богатым. Как говорится, встречают по одежке. Это так и есть, это наша реальность. Все-таки людям комфортнее помогать человеку, который хорошо выглядит и сторонится оборванцев мало ли что. Второй пример из жизни не менее показателен. Девушка не оборванка, просто скромно одетая, просила у прохожих на улицах дать ей телефон, чтобы позвонить, поскольку ее собственный телефон разрядился. Прохожие просто шарахались от такой просьбы, наверное, думая, что девушка попросту украдет телефон. Но когда девушка модно оделась и причесалась, сделала красивый макияж, снова вышла с той же просьбой на ту же улицу. Люди охотно доверяли ей свои телефоны, у них не было и тени сомнения на ее счет. Я могу рассказать еще десяток примеров, но и так все понятно. Так уж устроены люди. Если ваш внешний вид просто кричит, что вы в беде и бедности, в лучшем случае вам кинут монетку. Лови, но не подходи ко мне близко. В худшем вас просто прогонят, потому что люди не любят того, кто портит им настроение своим видом. Так что, надеюсь, вы уже поняли мою мысль. В любых обстоятельствах, при любом раскладе, старайтесь выглядеть на высоте. Жалость непродуктивна в том случае, когда речь идет об успехе и деньгах. Конечно, все зависит от того, сколько бы вы хотели получить. Если ваша цель не подачка в виде пары монеток. Если вы мечтаете добиться успеха и хотите, чтобы более успешные и влиятельные люди помогали вам. Носите свои самые лучшие костюмы и платья. Пусть они изнашиваются, у вас всегда будет возможность купить новые. Увы, мир не так уж добр и благосклонен к бедным неудачникам. И если вам не повезло, постарайтесь, чтобы внешний вид говорил об обратном. Напишите в комментариях, согласны ли вы с этой точкой зрения или не согласны и почему. На этом прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, обсудим еще множество интересных тем.